Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс. Мы будем сегодня играть в такую игрушку, как Death Effect. Переводится как мертвый эффект, смертельный эффект или там, ну, короче, все в таком духе. Ничего хорошего от этого названия и нам нечего ждать. Что касаемо игрушки, это научно-фантастический зомби-шутер от первого лица, где мы будем воевать со злобными, превратившимся в зомбаков людей. В игре недалекое будущее, космическая станция, выпущен какой-то вирус непонятный, все превратились в зомбаков, и почему-то мы умудрились с ней превратиться и выжить. И да, наша основная задача — выжить, пробиться через толпы этих сраных убийц, пожирателей мозгов, я не знаю, может тут мозги они не жрут, и добраться до планеты Земля, до нашей родной планеты, да. Будем надеяться, у нас это получится, давайте... Посмотрим, что тут у нас есть. Играть. История, миссии, выживание, биологическая опасность. Давайте история. Конечно же. Так, новая ДГР плюс какая-то, не знаю. Ух ты. Так, Гуннар Дэвис или Джейн Фрей. Так, элитный боец подразделения, боевой спецподразделавший идеальной машиной смерти. А это что такое? Так, исключительно на нахождение и уничтожение целей. Суперспособность замораживания время, также известно как время пули. Это аудиовизуальный эффект, преобразованный временем и пространством. Основное оружие — штурмовая винтовка. И вспомогательное оружие — это стик P320 пистолет. У нее револьвер и дробовик. Странно, что для женщины как бы тут дробовичок идет, да? Вот тут штурмовая винтовочка. Так, ну что ж, я, наверное, я не знаю, я всегда любитель был брать мужичков. Давайте, наверное, так и сделаем на этот раз. Так, сложность, блядь, вот я не знаю, что тут со сложностью. Так, пониженная сложность пройдет игрок незнакомый или малоизвестный. Так, шутером реакция противника будет медленнее, а его атаки менее разрушительными. Понятно. Захватывающий опыт для опытных любителей шутеров. Поведение противника нормальное, атаки наносят стандартный ущерб. Сложность. Испытание для самых храбрых игроков. Ад. Хуже, чем ад на земле, источник ночных кошмаров. Ёб твою мать. Давайте на среднем, чтоб... Автоматическое лечение. Я вот не знаю, есть ли смысл его ставить. Я не знаю, я пока не ставлю автоматическое лечение. Давайте продолжим. Может, какая-то заставочка тут нам вылезет нам. Как-то автоматическое лечение чем херово, потому что если у нас аптечек будет немного, если они тут вообще есть, я пока еще не разобрался, и будет у нас потом попандос. Лучше самому лечиться в нужный момент. Это что такое? А, мы в капсуле, потому и выжили. Но она обработка. Выпустите, ёб твою мать! Ага, дверь, блядь, не очень-то хорошо прилегла к этой капсуле. Хорошо, вылезли мы, да? Использовать медстанцию. Использовать мышь, чтобы оглядеться. Ну, это мы уже сделали. Так, знаете, что я бы хотел? Чуть-чуть чувствительность мыши. Ух ты, какая тут прям менюшка. Так, сделать меньше. Это возможно вообще? Настройка клавиш. Чувствительность мыши тут есть? Или тут ее нету? А я не знаю. Давайте глянем. Видео, аудио, настройка игры. Так, скорость поворота. Вот. Автоматическое лечение у нас, кстати, тут и стоит. Давайте в два раза уменьшим скорость поворота. Блять, я что-то не очень-то и чувствую. Ну, в принципе, давайте сейчас по ходу игры разберемся. Ух ты, блять. Это какой-то чувак сдох. Ага, есть какие-то капсулы. Ага, все понял. Индикатор здоровья. Блять, это здесь нам надо еще стоять, я так понял, да? Что здесь происходит? Да, жизни у нас что-то не ахти. Shift бегать, чтобы увидеть цель. Аж? Это что там, блядь? Где он тут? Этот аж? Блядь, как-то не очень, да и удобно, вы знаете, вот этот вот, увидеть цель аж. А что, нельзя на какую-то другую кнопку его сделать?
Я бы лучше на... Извините, конечно, ребятушки, я чуть под себя настрою. Я в эту игрушку еще как бы не играл. Я бы хотел ее под себя настроить чуть-чуть подсказки. Давайте на Ctrl, блин, потому что, ну... Мне просто неудобно вот этот наш жать. Вот, вот теперь нормально. Так, что тут такое? Пар меня тут не загасит. Использовать лифт, наша цель. Так, какой-то чувачок. Ага, у нас есть фонарик. Хорошо, на F-ку, как обычно. Это лифт, я понял. А что еще здесь, кроме лифта, есть? Ух ты, блядь. Не, реально какая-то жуть, я вам скажу. Хорошо, а что касаемо оружия? Ага, прыгать здесь нельзя. Это как-то даже печально, я вам скажу, с одной стороны. Я привык вообще в шутерах прыгать. Нажимаем пробел, это типа как использовать. Ну хорошо. Найти оружие. Ух, твою ж мать. Ага, тут сразу можно вот EQ, видите, повернуться на 180 градусов. Отлично. Ой, блядь, это что такое было? Сука, меня это пугает. Обыскать территорию. Левая кнопка мыши, чтобы выстрелить. Правая кнопка, чтобы использовать прицел. Так, ну это хорошо. А что это за рука такая какая-то? Ой, то есть рука, насадка на руку. Это ты как будто руку нашел. И чё это? Чё это было? Чё-то нихера непонятно. Так, здесь опять какой-то мертвец. Блять, тут еще и второй этаж есть, ёж твою мать. Так, хорошо, давайте аккуратненько. О, бабосики. 500 боксевичей, нихера себе, ребята. Да, это серьезный, блять, капитал. Хорошо, хорошо, так, дверьку открыть, да? А, она и сама открывается. Угу. Так, надо ориентироваться, может, где-то какая-то тень. О! Игры для разрухи? Что это вообще за херня? И что это было? Я много раз могу эту херню делать. Игры для разрухи, бля. Нет, это тоже надо где-то настраивать под себя, этот игрок. Я не знаю, блядь, на Alt может. Давайте я на Alt, наверное, поставлю. А то разруху бета натуре. Я сейчас по клавиатуре буду как на пианино, блядь, играть. Так, где здесь этот игрок разруха? Ага, вот, есть она, да? Давай так. Так, чуть-чуть под себя подназначили. Так, интересно, как тут игра вообще сохраняется? Автоматически? Это что такое? Постучите, чтобы открыть. Пиздец, постучите, блядь. Да тут слышала вся станция, как я стучал. Так, опять бабосы, постучите, блядь. Это жесть какая-то, им скажу. Вот так стучать, блядь. Не знаю, что это за кнопочки, блядь, пока что я не разобрался с этой чухней. Но бабосик надо взять, еще один. О, 300. А так, мне вот что интересно, что мы можем купить за эти деньги и где это можно купить? Вот это вот очень важный момент и вопрос пока что. Так, ага, вот эта кнопочка сработала. Ой, блядь, это что там, жрут чувака? Мужики, что здесь происходит? А мужикам насрать. Опа! Хавчик привезли. А ну идите нахер, блядь. Я пока еще только разбираюсь, как пользоваться этим оружием. Ух твою. Дивизия. Найти пистолет. Так, и знаете, что самое интересное? Что этот ток как-то так непонятно стреляет, блядь. Его как-то или заряжать надо, что ли, блядь. Короче, херовое оружие пока что, это мое мнение. Хотелось бы что-то более быстродействующее, а не вот это дерьмо. Ну, то, что прицелиться тут понятно. И мне спасло то, что тут можно вот это вот разрушение кинуть. И, блядь, если их много, реально это покатит. Вот, тут что-то еще есть. Пистолет, да? Так, а переключать оружие? Ага, все, старый скрольчик. Так, R для перезарядки. А что у нас с под... Ага, там было бесконечные патроны, а здесь надо перезарядить. Хорошо.
Так, а куда нам идти вообще? Карта есть тут хоть какая-то? Я вообще-то, кстати, карту так и не видел. Так, патроны. Ага, 10 патронов у нас в обойме. Хорошо, давайте возьмем это. Что тут еще есть? Это что такое? Так, в качестве капитана СС. Прям СС, прям какие-то немцы здесь. Меридиан рад сообщить, что мы находимся на полпути к нашей цели. Планета Тау-Цати-Ф. Наши новые световые двигатели работают превосходно, и полет протекает без осложнений. Пока большинство из вас спит, наша научная команда безустанно работает над новыми технологиями, которые помогут нам в канализации. Бля, канализации. Колонизации планеты цели. Так, хорошо. Выходим нахер отсюда. А, что касаемо еще этой игры. Графика тут, конечно, не выдающаяся. Ну, такая. И вроде бы и отвращение не вызывает, ну и не восхищает глаз. Плюс вы заметили, что мы один из семи планшетов пока что нашли. Так. Ага, вот этот кружочек, это, наверное, оно зарядилось у нас, да? Вот эта фиговина. Или мне кажется. Не знаю. Или это только на руке может оно, да? Нет, вообще не реагирует. Странно. Так, понял. А куда нам показала? В ту сторону. А я хочу здесь пройти. Подождите, тут еще что-то есть. О, не зря патроны нужны. Что? Ух ты, блядь, мы вообще идем в какую-то интересную зону. Вот мне не нравятся вот эти трупы, блядь. Какой-то хоррор такой, знаете, в стиле Dead Space. Или в стиле, знаете, в чем еще? Ага, понял, как звучит пистолет. Или в стиле фильма Пандорум, кто помнит, ну там, конечно, превратились за счет эволюции люди в таких чепушил. Это ж фугасная граната. О, это хорошо. Так, и есть планшетик. Привет, Дэвис, мне тут немного скучно, так что я придумала, как легко шифровать наши сообщения. Ненавижу, когда кто-то читает мою личную почту, используя тот примитивный алгоритм, которому мы еще с рекрутами научились там на базе. Надеюсь, ты вспомнишь все, думаю, у тебя там еще хоть капелька мозгов осталась. Под этой грудой мышц попробуй. Че тут попробуй, Дэвис, если ты это начитаешь, значит, ты прошел мой небольшой тест на интеллект. Рад, что ты меня не разочаровал. Фу. Так, 2 из 7 мы нашли планшетиков. А это что тут? Бабосы. Ну, блин, пока нам даже показывают, сколько здесь на этой территории или на этом уровне есть денег, из которых мы собрали. Нормалек, короче, одним словом. Меня вполне устраивает, что я буду знать хотя бы, что тут собирать. Так, что тут еще есть интересного? Странно, что там те мертвецы еще не встали, на нас не пошли. Ну, блин. Бог с ними. С этими мертвецами. Оу! Это мне, блядь, не нравится эти, сука, крики, вопли. Так, максимальный боезапас. Что, вернемся за патронами? Так, я беру фонарик. Блядь, тут кровище немерено. Ох, твою. Так. Ах, вы сукины дети. Пошли в жопу. Пошел нахер. Оу-е, ворошиловский стрелок. Так, давайте вот этого. А чё они прям как вампиры расхреначиваются? Так, давайте, знаете, что сделаем? Патрончики возьмем. О, отлично. Чё там-то начало кудахтать, блядь? Так, и вроде тут эти обнялись. Блять, больше патронов нам и не надо. Так, еще один планшет. Так, мужик, я немного завидую, что ты спишь, пока я тут жопу рву на работе. Ладно, больше маюсь от безделья, чем работаю, но все-таки помнишь ту высокую блондинку из твоего подразделения Джейн Фрей? Мы еще обогадали, как такая хрупкая девушка могла попасть в подразделение 13. Вообще, вчера я копался в компьютере Меридиана, и мне удалось добраться до личных дел команды. Я узнал кое-что интересное о нашей красотке. Похоже, ее родители неизвестны. Она значится в армейском записях с 5 лет. Вроде как ребенок
подопытные кролики или типа того, по-видимому, она пришла все существующие армейские программы. С 16 лет активно участвовала в вооруженных конфликтах, начинала в разведке, потом решила, так, перешла в штурмовики на... Я считаю за сотню убийств, и медали у нее больше, чем я думал существует. Она вся напичкана имплантантами, но хоть за исключением сисек. А, это важно. Вот эта баба, да, только не зли ее, когда пригласишь на свидание. Ты, конечно, из нас самый здоровый, только мне все-таки кажется, что эта цыпочка может тебе шею сломать во время поцелуя. Я уже думаю, это не важно, что она там сделает, так как тут уже такой папандос, блядь. Так. Ага, нам в ту сторону, да? Так, знаете, я хочу еще чувствительность мыши сделать меньше. Ну, блядь, мне некомфортно реально. Я скручу нахрен скорость поворота. А ну-ка так. Ох, твою мать, нет, это уже за слишком. Давайте, давайте, чуть-чуть добавим, дабы я почувствовал какую-то... хрень. Вот так вот. Блять, золотую середину так сложно найти надо в играх. Так, туда мы не идем, мы идем сначала сюда. Ага, хорошо. Так, что тут есть? Где наш супер фонарь, блять? Странно, что там даже. Да вы че, суки, охерели там все? Так, вроде бы все нормально. Такая музыка сразу, блядь, агрессивная. Так, еще один планшет нашел. Что будем весь все видео читать? Так, что тут от имени ночной команды СС Мирена хочу сообщить, что мы завершили исследовательское влияние сверхсветовых двигателей на команду и оборудование. Хорошая новость о том, что двигатели не оказывают негативное влияние на здоровье человека, но мы выяснили, что двигатели негативно влияют на некоторые конструкции. Конструкционные материалы корабля в данный момент. Так, совместно с командованием корабля мы пытаемся решить этот вопрос. Мы считаем, что данное обстоятельство не вызовет никаких проблем. Да, я уже вижу проблем тут, блять, на каждом повороте, блин. Так, патрончики взяли. Так, что у нас, фонарик вообще работает или он сам выключается? Ага, он сам выключается, я понял. Я вижу строку его работы, и это, конечно, как-то дебилоидно сделано. Так. Что-то мне подсказывает, что... что тут кто-то еще есть. Так, ну пока что, в принципе... Ага, вот еще один планшетик. И что это? Где тут? Ага, вот, информа. Внимание, на станции возможна враждебная активность. Оставайтесь в своих каютах. А, еще дальше. А что там жрать в тех каютах, блядь? О, бабосы. Так, прыгать мы не можем. Туда мы не попадем. Может, это потом с другой стороны мы как-то туда залезем. Да, здесь перилы. Все, короче, посмотрели, хватит. Так, давайте туда, куда нам показывают задание. Проверить состояние корабля. Пока я никаких сохранений в этой игре не видел. А это что за срань? Не, я не хочу вид портить, а можно обратно? Блять, все, закрыли окна. Блять, суки. Хорошо. Так, он нам показывает, что там еще есть граната у нас, да, одна, если что. Так, бабосы. Ой, блять, что за турбулентность? Ёж твою мать. Опять эти гондоны, блять. Рука кровищи. Блять, я еще тот снайпер. Что такое?
А я и так могу попасть в голову, чем мучаюсь? Какая-то тёлка, блядь, такая агрессивная шла на меня. Такая муза сразу жесткая, блядь. Так, а нам куда вообще? Понял, а я пока сюда пойду. Ух, жестячина, блядь. Это что, патроны опять, да? Не, бабло берем. И сюда тоже, как вариант, можно идти. Хорошо, я понял. Давайте пока здесь обследуемся. Так, тут закрыто. А это что значит локет? Это типа мы еще сможем открыть? Потому что здесь нихера не написано. А, что ты говоришь, блядь? Вход нам запрещен туда, да? Нету этого вот кода доступа или разрешения. Так, я понял вас. Давайте сюда идем, чудом. Ты чё, блядь? Офигевший, что ли, самый? Так, это навыки после игры World of Tank у меня вот так стрелять, блядь. Четко, блядь. Хотя, в принципе, в шутеры я тоже довольно много играю. Так, я уже чуть привык к, вообще к поворотам камеры в этой игре, честно говоря. Уже это очень даже удобно стало. То вначале чуть-чуть надо было привыкать. Так, покинуть помещение для гиперсна. Так, а что нам это вот? Лечить-то нечего. У нас полное здоровье, 10 тысяч кредитов. Бля, хотелось бы узнать, что можно купить на эти деньги. Так, здесь больше же нихера и нету, да? Я ничего не пропустил? Нет. Так, давайте побежим. Тогда, наверное, мы открыли ту дверь, которая была там заблокирована. Я так себе думаю. О, видите, есть. Есть такое. Патрончики взяли. А, как я люблю эту темень, сука. Да, включил, я уже фонарь. Сука, там кто-то впереди, блядь. Кстати, что касаемо гранат, я думаю, надо сделать будет, знаете что? Настройку на другую клавишу мне реально будет неудобно. Если, я не знаю, или можно будет сейчас так назначить, как я хочу, сейчас глянем. Джей мне не очень устраивает. Чик. О. Средняя кнопка мыши, да. Так, кстати, а тут нельзя сохраняться? Продолжить выход? Нет, тут какие-то автосохранения, я так понимаю, да? Печальки. Это что значит? Опа! Прошли миссию. Охереть. Достижение продолжить. И что мы тут сделали? Скрытый трофей. 0 из 4. Планшеты не все нашел. Охеренно, блядь. Состояние миссии говно. Ну хорошо, давайте продолжим. Хрен его знает, что я там не нашел. Так, а что у нас? Повреждения. Боеприпасы. Так, ага, вот где что у нас тут покупать. Здесь так сделали еще на таком древнем уровне. Модификация. Что, сначала выберите одну из доступных модификаций. А, я понял, понял, понял. Время перезарядки. Боеприпасы, повреждения. Так, давайте цена апгрейда повреждения на 8%. И я бы еще, знаете, что сделал? Точность попадания. Так, боеприпасы можно. Так, и точность попадания я бы с удовольствием сделал, да. Ага, тут вот у нас есть экипировка. Пока что пистолет, фугасная граната, да. Модификации мы уже видели, какие тут есть. 4 вида модификации. Оружие. Ух ты, блядь. Бензопила вот это, это ж, блядь, жжет просто херня. Так, этот автомат вообще как героин. Ага, что только 3 вида оружия, да, мы можем купить? А чё, бонусы?
Не нравится умирать, хотите почувствовать себя бессмертным божеством? После этой модификации костюма вы будете автоматически защищаться после боя с зомби, а здоровье будет постоянно пополняться во время выполнения автоматического лечения. Так, хорошо. Следующая миссия. Так, ну что ж, это интересно было. Так, надо нам бы это автоматическое лечение, прикольная штука. У нас там галочка вообще стоит. Хотя, когда начинали мы игру, выбирали сложность, мы галочку не ставили. Так, проникнуть в узел связи. Так, давайте мы сделаем это уже в следующем видео. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.